Всем привет! В начале ролика была моя первая попытка сделать какой-то сюжет именно для будущего мультфильма. Ну и опять же попробовать, как все здесь дело обстоит. В чем ошибка? Давайте рассматривать. Это вот одна сцена. Я сначала сделал план. На план подгрузил текстуру брусчатки. Скачал ее в интернете. Также вот эти все здания скачаны из интернета. Потому что все их понаделать, но это очень много времени уйдет. Опять же, нужно для создания рынка больше персонажей. Все их вылепить, это тоже уйма времени. Создать вот эту вот полностью обстановку, окружение. Достаточно, опять же, повторюсь, много времени должно уйти, если самому все это делать. Конечно, это будет индивидуально, так как каждый себе представляет, если создает мультфильм. Ну, пока я вот все это дело скачал. Значит так, здесь у меня сфера. На нее я наложил текстуру неба, чтобы был задний фон вот в таком плане. Что еще? Здания, вот эти все здания я закидывал, именно используя файл импорт и опш или fbx формат. Так делать, говорят, нельзя. За информацию, опять же, спасибо Максу Надольному, который обратил на это мое внимание. Нужно закидывать каким образом? Это использовать линк. Что такое линк? Давайте сейчас рассмотрим. Значит так. Присутствует у нас, допустим, вот такой файл с анимацией персонажа. Нам нужно его забросить в основную сцену. Я как это все делал? Я нажимал файл. И импортировал все это, пардон, экспортировал все это в FBX формате. Давайте посмотрим, что произойдет. Десктоп. Экспорт. Сохраняем. Все это дело прогоняется. Все сохранилось. Теперь открываем основную сцену, город для сцены. И попробуем сюда теперь импортировать вот этого гуся. Нажимаем файл, нажимаем импорт, находим FBX формат, где он у вас установлен, в папку или, допустим, на рабочий стол. И вот появился гусь. Вот такой вот персонаж. Делаем ему, допустим, S. И когда нажимаем пробел, вы видите, что он уменьшается. То же самое будет происходить, если я сейчас захочу его передвинуть G, ну, допустим, на место его будущей истории. Ну, вот сюда вот так. И когда я нажму пробел, он опять окажется на той точке, где он и появился. Если мы сейчас сделаем вот такую штукенцию, мы его передвинем. Давайте я как-нибудь S его увеличу, чтобы было видно.
и G переведу, допустим, вот сюда. Теперь, чтобы он здесь остался, мне нужно выбрать его, так, кости, зайти в постмод, найти его анимацию и всю эту анимацию переписать. Это начиная с первого кадра и, допустим, ну, по 156. Это вообще гемор. Как это все дело импортировать и экспортировать правильно в сцену, если кто знает, подскажите. Получается, я его должен увеличить, персонажа, и переписать, допустим, А и Локрот. Теперь получается первый кадр. Он будет находиться вот в таком виде. Сейчас я вам его еще поближе поставлю. Вот в таком виде. Но дальнейшие кадры, он будет опять уменьшаться. И все кадры надо вот эти все кадры ключевые. Хотя бы 5, 10, 15 перепрописывать. Это вообще неправильно и нехорошо. Что нужно сделать? Нам теперь нужно создать именно сцену. Вот давайте возьмем какую штуку. Создадим папку или на диске, или на рабочем столе. Назовем ее link. Link сцена, допустим. В эту сцену закидываем link персы. Вот это файл Blender с текстурами. Отдельно создаем папку текстуры. Вот такая штука получается. Также создаем папку основная сцена, назовем. Пусть будет основная. И в эту основную сцену, вот сюда, вот сейчас мы сохраним вот первый вот этот вот план. Мы его выберем, Ctrl-I, остальное все delete. И вот этот просто пустой план сохраним, save as, рабочий стол, link сцена, основная, сохраняем. Также подгружаем в эту папку, вот сюда, где город для сцены, все текстуры, которые нам нужны. Для этого создадим опять папку, переключимся на английский язык и напишем, допустим, texture. И в эту папку подгружаем текстуры, которые будут нужны нам для основной сцены. Link персы, или просто давайте назовем папку персонаж. Вот этот персонаж. Персонаж один, допустим, пусть будет. В эту папку мы закидываем первого персонажа с его текстурами, там, normal мапами и так далее. Сейчас я открою вот файл, где Борис, open. Сцена Борис торгуется. И вот эту всю сцену, файл. Так, переключусь в Object Mode. И вот этот файл я сохраню, Save As. Так, Desktop. В папку Link сцена. Персонаж 1. Вот сюда вот так. Теперь что? Если мы будем использовать Link, мы открываем Open. Допустим, сцена первая, вот это вот.
Находим файл и находим линк. Теперь находим нашу анимацию персонажа. Это значит линк сцена, персонаж 1. Находим Борис торгуется, линк. И находим папку, так, находим папку коллекция, вот это. Находим коллекция, with shapes здесь вот есть. И нажимаем линк. Вот у нас тут подгрузился персонаж. Вот такой вот. Получается, что первая вот эта сцена, это как ярлык. Если мы сейчас из папки, вот этой основной папки, удалим папку вот этот персонаж. Давайте нажмем delete. Где тут удалить? И попробуем открыть теперь опять основной файл open сцена, то персонажа здесь не будет. Получается, линкуются сюда все вот дома, отдельно вы делаете папку на дом, отдельно папку делаете на анимации персонажей, персонаж 1, 2, 3. Чтобы вы знали, там можно подписать персонаж торговец, персонаж покупатель. Ну, приблизительно хотя бы в таком духе, чтобы не путаться. И посмотрим, что сейчас еще можно будет делать, как работать с этим всем. Возвращаем папку персонаж, именно в папку персонаж 1. И попробуем теперь опять открыть вот этот наш типа ярлык. Пустую сцену, которая сейчас опять увидит нашего вот этого персонажа. Так. Забросим повторно линк нашего гуся. И теперь мы можем нашего гуся ставить куда нам надо. Вот, используя мув. Вот таким вот образом. Этот гусь у меня пока без анимации. Можем сюда забросить еще одного гуся. Открываем коллекция. Коллекция. И вот у нас еще тут один гусь появляется. Этот гусь у нас уже должен быть с анимацией. Вот, анимация у него начинается на 250 кадре. И я хочу в этой сцене изменить анимацию. Здесь я с ним работать не буду, потому что кости здесь вот работать как? Он не переключается на постмод, там, это просто сцена, которая видит все файлы, которые нужны, вот в основной папке. И потом, как создается здесь вот с разных сцен, создается ваша, допустим, анимация, ваш ролик. Мне нужно изменить вот этого персонажа. Я захожу в файл, нахожу Open, нахожу Борис торгуется. И, допустим, выбираю вот его кости. Захожу в постмод и на каком-нибудь кадре, вот допустим, вот прописываю 103 кадр, выбираю голову и пишу AILOCROT и на 200 кадре, ну вот эту вот голову поверну. Так. Ну, не знаю, как, какую-нибудь кость там вот. Клешню ему вот эту вот перекручу. AILOCROT. Все, я сохраняю вот этот файл. Допустим. С
сохранить. И захожу, нахожу теперь опять город для сцены. Файл импортирую сюда вот этого гуся. Так, я не сохранил все это дело, когда он... Все сохранять, кстати, надо. Так, теперь линк. Нахожу опять нашего гуся. Опять он подгружается S. И теперь вы увидите, что вот у него теперь голова перекручена. Я его изменил анимацию. Вот так вот. И вот эту сцену я опять сохраняю. Сейв. Обязательно, вот если вы все закидываете, вот эту сцену тоже сохраняйте. И получается, что такое линк, да? Линк — это пустая сцена типа ярлыка, которая видит сцены Blender, которые у вас есть в основной вот этой папке коллекции. Папка сцена, допустим, в которой находятся ваши дома, анимации персонажей, и которые вы подгружаете сюда, вот в эту сцену. И создаете здесь уже какую-то локацию, какое-то окружение, какой-то сюжет. Вот так. Здесь вы можете теперь персонажа свободно передвигать. Ну вот, допустим, сюда его поставить или к торгашу подвести. Все, вот он теперь будет тут. Вот такая штукенция. И вот отсюда он будет уже не вылетать, здесь у него происходит уже его сюжет истории. Вот такая штука. Давайте теперь посмотрим. Так, сцена. И в эту сцену я теперь вот, когда все здесь установлено именно линкованием, вот это все линкованная штука. Я теперь могу сюда подгружать остальные какие-то ящики, бочки с помощью опять вот этого линк. Подгружаю линк, делаю S. Персонаж у меня большой становится. Я его могу переносить здесь, подставлять в какой-то сюжет. Ну, вот, допустим, сюда. Здесь я его S уменьшаю. Семерка на нампаде. Допустим, R перекручиваю. И G подставляю вот сюда, вот так вот. Вот к этой женщине. Вот. И теперь при просмотре анимации, где у нас тут он прописан, вот здесь вот. Вот наш персонаж тут теперь будет производить какие-то анимации, движения. Вот оно. Также передвигать анимацию в этом файле, в его в основном надо передвинуть на тот кадр, с которого он начнет движение, допустим, вперед или назад, и потом вернуться в основную сцену и просто его уже подставить здесь готовым, вот таким вот образом. Вот так. Так, не помню, говорил, нет. Как происходит именно копирование? Копирование происходит таким вот образом. Вы выбираете персонажа и жмете Alt D. Вот теперь у нас два персонажа. Но с помощью сочетания клавиш Alt D не копируется, как говорят, лишняя геометрия.
Получается, это как обертка, но она пустая. Но если я правильно понял, где-то в таком духе. Точно так же поступаем с персонажами. Вот продавец, выбираем его полностью, жмем Alt-D и можем сделать еще несколько продавцов из одного файла. Вот так вот. Хотя у нас в основном файле это один торговец с одной анимацией. Здесь мы можем сделать 6 этих торговцев. И все будет работать. Сейчас вот я вам покажу. Вот все будет работать. И этот торговец, и этот торговец. Вот так вот. И все это дело обязательно нужно сохранять. Вот этот пустой файл, как пустой, ну, файл ярлык, да, мы его сохраняем после каждой вот этого обновления вот этих вот забросов, после каждых изменений. Еще вот что, чтобы камеры, я так подумал, вот с каждым персонажем и вкидывается камера со сцены. Здесь я не знаю, как их убирать. Здесь вот есть персонаж, и, по-моему, он экспортируется сюда, ну, линкуется со своей камерой и со своим светом. Наверное, нужно вот этот свет в каждой именно сцене блендеровской, вот в сцене, допустим, с торгашом и в сцене с гусем удалять. А камеру оставить именно только тут, основную, и добавлять уже камеру с помощью Add, допустим, и камера, вот. Или Dolby камера, или Crane камера Rig. Вот вы можете чисто в основной сцене добавлять, чтобы те камеры сюда не закидывали со светом. Ну, где-то такая штука. Не знаю, как объяснил. Понятно ли вам? Ну вот такая информация. Все, всем пока, до свидания.